трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России отзывается почти 15 тысяч автомобилей марки Audi. Это модели A4, A5, A6 и Q5, проданные с 2012 по 2017 годы. Причина, сообщает Росстандарт, в том, что в системе охлаждения названных машин могут появиться посторонние частицы, что чревато заклиниванием дополнительного насоса. Владельцам авто рекомендуется обратиться в дилерские центры Audi. ВИН-коды есть на сайте Росстандарта. Трасса 101. С 1 июля этого года на каждый новый автомобиль в нашей стране должен оформляться электронный паспорт транспортного средства взамен традиционного бумажного. Документ будет храниться в виртуальном пространстве. Доступ к нему получат в первую очередь автоинспекторы. В ЭПТС занесут сведения о собственнике авто, техосмотрах, ремонте, пробеге, страховании и так далее. Стоимость документа не должна превысить 600 рублей. Трасса 101. Hyundai Creta по-прежнему является самым покупаемым новым кроссовером в России. Модель, появившаяся на рынке в августе прошлого года, существенно опережает ближайшего конкурента – Renault Duster. На третьей строчке расположилась Chevrolet Niva. Также в пятерке лидеров – Renault Captur и Lada 4x4. Трасса 101. Российские страховщики составили топ-10 автомобильных марок с самой большой средней выплатой по ОСАГО и КАСКО в 2016 году. Первое место с показателем 2 миллиона 400 тысяч рублей досталось Maserati. Вторая строчка у Lamborghini – почти 500 тысяч рублей. Третья у Rolls-Royce – 440 тысяч. В перечне есть и другие премиальные бренды – Bentley, Porsche, Jaguar и так далее. Правда, неожиданно там засветился и китайский Great Wall со средней компенсацией в 170 тысяч рублей. Toyota серьезно вложится в создание летающего автомобиля, который может быть представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Известно, что машина будет представлять собой большой квадрокоптер, который поднимается в воздух 4 роторами. Высота полета до 10 метров, скорость до 100 км в час. Для передвижения авто по земле японцы предлагают приделать к нему 3 колеса. Максимальная скорость 150 км в час. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.